Так вы хотите, давайте через прессу общаться. Я согласен. Ну и да, отдельный вопрос у меня к тому же Некиту. Друзья, а с каких это пор стало плохо записывать с кем-то интервью? В медийном-то футболе. И разве Некит не участвовал в интервью с Бабиным сразу после ухода того самого Бабина из Амкала? Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Это Настя вам еще... Да, он просто, знаешь, он достал ремень и отшлепал нас.